Подразделения Ангарского управления МВД отчитались о результатах проделанной работы за 6 месяцев. Текущий год стал плодотворным на пресечение преступной деятельности ОПГ. В суд передано 20 уголовных дел. Докладчик отметил, что в прошлом году за аналогичный период показатели были нулевыми. При содействии ФСКН и ОМОН задержали группу наркоторговцев. Кроме того, правоохранители выявили банду гаражных воров, которых подозревают в 40 преступных эпизодах. Возбуждено 10 уголовных дел. 7 человек задержаны при попытке хищения нефти. Необходимо отметить раскрытие ряда резонансных преступлений за истекший период. Задержана в первом квартале группа, расследуется группа жителей Усолья-Сибирского, занимающихся совершением краж автомототранспорта. Работаем по 14 эпизодам, совершали кражи в Иркутске и Ангарске. Дорабатываем в настоящее время. Задержана группа, которая с использованием служебного положения в Сбербанке совершали хищение денежных средств у клиентов Сбербанка. Пока меняется 6 эпизодов. По приведенным данным, в этом году в 2 раза по сравнению с прошлым снизилась детская преступность, однако возросло число заявленных в розыск несовершеннолетних. На сегодняшний день 9 человек еще не найдено. Всего в полицию поступили более 22,5 тысяч заявлений от граждан. Почти по трети из них было отказано в возбуждении уголовного дела.